В загрязнении воздуха в Омске вновь подозревают нефтеперерабатывающий завод. В Росприроднадзоре считают, что химическое вещество этилмеркаптан могло попасть в атмосферу в результате ремонтных работ на очистных сооружениях предприятия. С места возможной утечки взяли все необходимые пробы и отправили их на исследование. Напомню, эксперты зафиксировали превышение предельных норм вещества в воздухе в 400 раз. Следователи возбудили уголовное дело. Отмечу, что ранее Опертыжский гидромедцентр направил в промышленные предприятия города предупреждение, чтобы они сократили выбросы, ведь при слабом ветре вещества не будут рассеиваться. Ожидается, что запах газа исчезнет после 24 марта. Добавлю, что представители нефтезавода все обвинения в свой адрес отвергают. В процессе защитных сооружений такой этилмеркаптан не применяется. Попадание просто исключено. Что касается тех работ, которые проводятся, безусловно, мы все документы предоставим, но я хочу сказать, что это идут работы просто по подготовке к ремонту бывшего пруда. Я думаю, что уважаемые академики из ИПКУ с Урана дадут экспертное заключение, и оно будет следующее, что образование этилмеркаптана вот всех просто невозможно, потому что это вещество надо синтезировать.